шахматной доски стоит король. Двое по очереди передвигают его по доске. Тот, после чьего хода король окажется на том поле, где уже бывал, выиграл. Запрещено возвращать короля на поле, где он только что был. Кто выиграет в этой игре, если оба играют наилучшим образом? Мы, правда, не знаем, где стоит король в начале. Ну, представь себе, что он стоит здесь. Что может произойти? Первый игрок его куда-то сдвигает. Второй не имеет права его сдвигать назад. Но вот если второй пойдет сюда, то первый еще пойдет сюда и выиграет. Значит, второй идет куда-нибудь сюда. Если первый пойдет... куда первый может первый идти? Первый может, например, идти сюда. Замечательно. После этого второй может, например, идти сюда. После этого первый может, например, идти сюда. Потом второй может идти сюда. Первый сюда. Что еще бывает? Второй, например, можно идти сюда. Слушайте, как думаю, запутанная игра получается. Если первый пойдет сюда, то второй выиграет. Значит, первый идет сюда. Уже они так гоняться будут довольно долго. Второй сюда, первый может, например, сюда пойти. Достаточно запутанная игра.